Налоговая служба России образована в 1990 году. За прошедшие 32 года ведомство не раз меняло название, но неизменным были цели службы – сбор налогов в бюджеты разных уровней. Слаженная работа налоговой службы имеет большое значение для нашего региона. На протяжении ряда лет доходы бюджета Брянской области они постоянно растут. Наши предприятия, экономики, сельское хозяйство, промышленности, торговли, все, кто сегодня работают на территории региона, с каждым годом мы видим, как из года в год все больше и больше они платят во все уровни бюджету. И вот если взять бюджет Брянской области, то за последние 7-8 лет он вырос с 24. Ну, предварительно мы смотрим, что в этом году мы уже получим более 50 миллиардов рублей. А если взять по итогам 9-10 месяцев, да, то поступления в областной бюджет консолидированные почти составили там около 7 миллиардов рублей. Это тот показатель, который и показывает, что область живет, область развивается, экономика динамично развивается и она работает. За прошедшие годы изменилось количество инспекций. Их стало меньше. Внедрено огромное количество электронных услуг, которые позволяют минимизировать визиты в налоговую. В этом большая заслуга нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина, который возглавлял налоговую службу 10 лет. Сегодня ваше ведомство торжественно принимает в свои ряды молодых специалистов. У вас созданы все условия для того, чтобы могли развиваться, достигать профессиональных успехов на благо Брянской области. В настоящий момент налоговая служба России является важной частью системы управления денежными ресурсами. Благодаря широкому внедрению новейших технологий и современных подходов к решению поставленных задач, сотрудники ведомства смогли укрепить единую налоговую систему страны. За короткий срок налоговая служба из фискального органа превратилась в удобный сервис. Налоговые органы региона всегда работают в тесном контакте с областной властью. Виктор Терешонок не понаслышке знает, какой путь прошло ведомство за истекшие десятилетия. Он руководил управлением в течение, пожалуй, самых сложных 10 лет – в 90-х. Я в свое время проработал с 7 губернаторами. И многих знаю, кто что в то время сделал. К сожалению, больше преобладало в то время развал предприятий. Предприятия закрывались, время было трудно, сложно. А сейчас занимаются созиданием. Вот. Вкладывают огромные возможности, находят деньги, помогает им правительство. Но правительство всегда помогает тем, кто сам работает вот, на местах. Церемонию посвящения в профессию работников налоговых органов проводят впервые. Молодое поколение готово привнести свою энергию и активность, инициативу и новые идеи, чтобы сделать работу службы еще более эффективной. В преддверии нашего профессионального праздника примите слова благодарности за ваш труд. От всей души желаю вам дальнейших успехов, благополучия в семьях, здоровья вам и вашим близким, а молодым специалистам удачи в освоении профессии работника налоговой органов и в достижении самых амбициозных целей. Молодые сотрудники произнесли торжественное обещание обеспечивать высокое качество услуг и поддерживать комфортные условия для уплаты налогов в целях повышения уровня жизни граждан, способствовать укреплению авторитета государственных служащих и повышению доверия граждан к Федеральной налоговой службе. Александр Новиков, Александр Власов, события Брянск.